Добрый день. Я к вам с просьбой, с вопросом. Так, у нас первый вопрос такой. Все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я слушаю, говорите. Мои дети мне задали вопрос. Вот, Бог создал землю, Бог создал все, Бог создал людей. И они мне задали вопрос, а кто создал Бога? Я не знаю, что им ответить. Никто, он вечен, безначальный. Ему нет начала. Нет начала, он Бог. Безначальный, единосущная Троица. И весь ответ. Ну, дети еще маленькие, им по 10 лет. Ну так приучить их мыслить категориями Писания. С этим спорить нельзя и проникать нельзя. Человеческому уму это не дается понять. Мы не знаем, что такое вечность и что такое бесконечность. Два вопроса, которые мы должны просто принимать. Нигде конца Вселенной нету. Нету там стенки, чтобы стояло. Я понял. Ну, как... Вот это вот я хотел узнать, ну, чтобы как-то детям объяснить это. Так вот, такое дело. Да. Просто я с ними тоже очень далеко друг от друга. Как-то то им с ними тоже вот по интернету общаемся. Ну, это хоть какой богослов, хоть кто, святые точно так же отвечают. Ответ один. Мы этого... Принять никак, это просто умом не понимаем. А говорим, он вечный, бесконечный, начала ему нету, несотворенный. Даже символ веры считаем. Рожденно, несотворенно. Ну, хорошо, я понял, постараюсь им как-то объяснить, да. Может, поймут. Ну, как, в принципе, все. Вот вы написали время, вот как с вами выходить на связь. Это с 4 утра, да? Да. Получается. Мы с вами встречались уже или нет? Нет, это первый раз. Первый раз. Вот нашел ваши контакты. Так, что, понятно. А вы по нации кто будете? Я гагауз. С Молдавии. Я понимаю. А далеко вы от Кишинева? От Кишинева 150 километров. А в Приднестровье какой главный город? Тирасполь. Тирасполь. А от Тирасполя вы далеко? Ну, где-то так, где-то тоже расстояние. Ну, плюс-минус там, это 120, по-моему, километров. Тоже не могу сказать. У них в центральных библиотеках, я подарил им свои книги, 38 томов. Ну, я как бы переезжаю сюда, в Россию. Я вот сейчас вот после этой пандемии постараюсь семьи сюда перевезти. Я в Москве сейчас сам нахожусь. Ну да. Мы там были. Мы проезжали до Атлантического океана и подряд все здесь бывшие республики захватили. Да. Хорошо. Ну так. А в Москве где можно найти ваши книги? В библиотеке имени Ленина. В исторической и в парламентской. В трех библиотеках. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Наш близкий священник нам, храм Христа Спасителя, знаете где? Да. А рядом здесь метров 200 через канал. Видно, тут купола стоят. Ну, метров 250. Это на Берсеневке Никола. Никола. Храм. И там отец Кирилл Сахаров, игумен. Вот у него книги все есть. Он очень хороший батюшка. Если у вас будет желание, то обязательно встретитесь там. Мы у него всегда остановка была. Я когда приезжаю, меня сразу выставляют в храме проповедь сказать. Он недавно у нас тут был в Барнауле. Хорошо. Хорошо. Он приезжал что-то там по болячкам по своим. Он близкий к старообрядцам. Тут и старообрядцы его пригласили, видно. Ясно. Хорошо, я вот эти праздники постараюсь как бы зайти уже заезжать. Зайдите, поклон передайте. У него все есть. Все, он член Союза писателей Российской Федерации. Хорошо, спасибо. Ну ладно.
Я вам скинул все ресурсы своих. Я скинул сейчас вам все. И вы там посмотрите, что я вам скинул. На сайте там все вопросы, ответы, которые я даю студентам. Книги мои здесь же все вы найдете там. В интернет-версии. Ну, хорошо, спасибо вам. Ну все, с Богом. Все, спасибо. До свидания, с Богом.